Ребят, поскольку у меня был простой, я долго не снимал видео, давайте напишем свой комментарий и поставим этому видеоролику лайк, так как я первых 3 часа буду лайкать все комментарии, которые вы напишете. Ну что, готовы? Поехали! Короче говоря, в Киев приехал Макс Корж. Малый Макс, здравствуйте! Украина! Украина! Саша на меня обиделась. Я выбираю жить в Киеве. Ребята, вчера зашел на один очень прикольный сайт, давно там не был, и срубил мега крутой куш. Давайте сделаем так. Кому действительно интересно, кто заинтересовался, ссылку я оставлю либо в описании, либо в закрепленных комментариях под моими видео. И да, если ты с Украины, не забывай включать VPN. Надеюсь, вы сорвете свой куш, поэтому залетайте. Ну что ж, всем привет, и наконец-то этот день настал, я его очень долго ждал. Короче говоря, в Киев приехал Макс Корж. Сегодня у меня безумно спонтанный день, все действия происходят вот так вот. Меня должна моя партнерская сеть была внести в списки. Билеты не покупал, думаю, у меня ж есть билет для меня и для моей девушки, с которой я должен был пойти. Чё мне париться? Потом пишу сегодня, а билетов нету, в списки меня не внесли. Что-то какой-то там сбой произошел, Саша тоже не может пойти. И как я попаду на концерт? Захожу на различные сайты, где можно приобрести билеты, они там по 2000 гривен, по 1000. Я думаю, ну ладно, хрен с ним, нашел уже по 800. Начинаю вызванивать своим друзьям, а они что говорят? Да дорого, Андрюха, что это такое? Ах, вы такие хрущи галимые. Я говорю, пацаны, это Корж, ну не жлобитесь бабок. По итогу я нашел чувака, с которым пойду. И как думаете, что произошло? Правильно, меня внесли в списки, я иду бесплатно на концерт. И некоторые хрущи, которые это узнали, начинают мне писать: о, так Андрюха, так я хотел пойти. Не пойдете вы со мной. Я уже вызвал машинку, сейчас будем собираться, так как один человек, который мой канал смотрит, он занял там очередь. Говорит, километровая очередь, просто не прорваться. Осталось где-то минут 30-40, и я уже должен быть там. Толком ничего не брал с собой, взял только камеру, ключи и телефон. А, вы же не знаете, а те, кто ходил на концерт Коржа, меня поймут. Если вы туда берете кроссовки новые, либо много вещей, вы их не найдете там. Они затеряются в толпе просто. Мы уже почти подъехали, остается 10 минут. Пацаны пишут, что очередь резко начала идти вперед. Что ты ожидаешь от сегодняшнего концерта? Разъебем, сделаем концерт. Корж офигеет. Ты материшься, мамка ремня даст. А ты не замонтируешь? Нет. Мою фамилию, как всегда, не могли полчаса найти. Когда мы стояли на входе, парни говорят, что столько паленых билетов людям понапродавали. Там билетов где-то 500, которые просто не прошли. Эти люди стоят теперь и не знают, что им делать. Вот такие вот нам выдали желтенькие билетики с плюсами. Кайфанем, братан. Да. Мы уже попали в наш сектор. Посмотрите, какая здесь очередь. И это люди еще вот оттуда идут. Интересные персонажи, которые спят, которые сидят, выжидают свои места. А вот пацаны, которые постояли в очереди, чтобы помочь мне пройти. Давайте кулачки. Спасибо большое, ребят. В общем, вышли мы сейчас воду попить. Я вспомнил, что у меня есть один халявный плюс, который мне дала моя партнерка. И я думаю, почему он сейчас будет прогорать? Хочу найти какого-то человека, незнакомого для себя, и просто его провести на этот концерт. В общем, посмотрите, кто ко мне подошел сфоткаться. Это человек, который меня смотрит. Я никогда никого подписчиками не называю. Ты не знаешь, зачем я у тебя спросил про билет? Вот я только что сказал, и буквально ты подошел. Ну? Сейчас ты попадешь бесплатно на этот концерт. Серьезно? Я тебе подарю эту возможность охеренно кайфануть. Ты сейчас серьезно? Да, серьезно. С тобой? Да, со мной пройти туда. Так, а ну показывай, что у тебя тут такое интересное. У меня браслетик появился. Просто вот ходил с папой, билет пытался купить, и тут встретил Андрюху, и так получилось. Спасибо тебе большое.
донесу. Ты настоящий мой. И те друзья недавние останутся знакомыми. Дай Бог, и вы готовы? Папа Толя в радиусе метра воцарился жесточайший хаос, когда всем понятно стало. Сын остался без диплома. Мама не кричит, а ты пока не все. Я не спорю, надо, но послушай. Украина, Украина, Украина. Меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг услышу солнце, я тогда себе и сказал. Я выбираю жить в Каиф. 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 Нашли мы такое укромное место на траве, где можно посидеть, потому что очень сильно устал. У нас сегодня вечер в Везухе. Как вы знаете, с водой не пускают ни на один концерт, чтобы покупали ее здесь, а она в 5 раз дороже. И посмотрите, что мы нашли. Просто закрытые бутылки. Люди их оставляют на входе и уходят. И мы эти закрытые бутылки нашли, и сейчас сидим как цари, распиваем. У нас сегодня просто жесткий фарт на этом концерте. Ну вот и подошел к концу концерт Макса Коржа. Я просто охрип. Я ни на один концерт не хожу, ни на какого исполнителя, кроме Коржа. Кайфово и атмосферно. Такое ощущение, как будто просто как все свои, все дома, все тусуются, развлекаются и на позитиве. Это мега круто. Ребята, проходил мимо, я не знаю, это меня подстерегает. Либо я такой удачливый человек, смотрю, пацаны курят кальянчик. Что ж поделаешь? Проснулся я уже после концерта Коржа и увидел у себя в Телеграме пропущенные звонки от Саши. И она мне сегодня набирает с претензией такой, что «Андрей, почему ты меня с собой не взял на концерт? Ты же мне обещал». Я думаю, ты что, меня пранкуешь или что? Внепланово, она же обещала, что меня будет пранковать. И тут она мне говорит, что она была свободна весь день, а я ее якобы не позвал. Хотя, она должна была идти там что-то с бровями делать на 6 часов, а концерт был на 7. И она мне не звонит, ничего не говорит. Придет, не придет. Я как бы позвал друга и пошел с ним тусоваться. Она трубку не брала, когда я набирал. Короче говоря, Саша на меня обиделась. Я ее сейчас хотел позвать пойти погулять. Она начинает: иди со своим другом гуляй, ты же его на Коржа позвал. Объясните мне, пожалуйста, 10-й раз вас прошу в комментариях, женскую дебильную логику. Я ее никогда не пойму, честно. Но не будем сейчас о плохом. С Сашей встретимся, она повыпендрится и все будет хорошо. Концерт действительно был очень крутой.
Это тот человек, на концерты которого я могу хоть каждый день ходить. Поэтому я старался вам что-то отснять, чтобы вам тоже было интересно. Я знаю, что многие не попали и хотели прийти на концерт Коржа. И пускай мои влоги дадут вам маленькую частичку того, что я ощущал. Буду сейчас сидеть дома и ждать, пока мне Саша сама напишет. Потому что можно было мне позвонить и сказать, что я освободилась. И сейчас она делает меня вино. Кому понравился данный видеоролик, я думаю, вам несложно поставить большой палец вверх. Также те, кто не подписался, ребят, обязательно подпишитесь, там до миллиона осталось всего лишь 8 тысяч. Это такая знаменательная цифра будет, мне будет безумно приятно. С вами был ваш Андрей, увидимся в моем новом видео, всем пока! И увидишь танцу, ты своим устанцем.